Как называется известный рассказ Чехова, где вспоминали фамилию, связанную с животным лошадью? Лошадиная фамилия? Все верно. Молодец. Ответив правильно на вопрос, прокатись верхом на лошади. На несколько часов волейбольная площадка в деревне Протасово превратилась в импровизированный ипподром. Это одна из площадок для развлечений на ежегодном празднике «День Огодневской земли». Конь Плутон, он участвовал в разных реконструкциях, участвовал во всяких шоу, да, то есть конь очень взрослый, довольно-таки к этому очень привычный. Он самый любимый конь вот этих начинающих. Привет, а тебе понравилось? Очень понравилось. День Огодневской земли традиционно отмечается в череде мероприятий, посвященных Дню городского округа Щелково. Его празднование, кстати, намечено на 27 августа. Сельчан от имени главы округа Андрея Булгакова поздравил руководитель территориального подразделения администрации Николай Сорокин. От имени главы городского округа Андрея Алексеевича Булгакова поздравить вас с праздником. Администрация городского округа делает все возможное в нынешних условиях для того, чтобы все-таки жители нашего городского округа жили хорошо. Жителям Огодневской земли в торжественной обстановке вручили благодарственные письма от главы округа с формулировкой «За добросовестный труд, активную гражданскую позицию и в связи с празднованием Дня деревни Огоднева». Как жили сельчане век тому назад, можно было увидеть, посетив передвижной музей под открытым небом. Старинные вещи, предметы декоративно-прикладного искусства, одежды и многое другое расскажут об укладе жителей. И приглашаем вас на наше Огодневское подворье. Просим к нам во двор. Вашему вниманию представлена красавица печка с люлькой, также грелка, обязательный красный угол с иконой. И мы это свято храним и хотим показать, как это было. Развито в Огодневе и свое фермерство. Мы держим козочек разных. У меня сегодня с собой две, одна здесь, одна дальше спряталась. А также у меня сегодня с собой куры, гуси, утки, кролики. Всех можно покормить, погладить и сфотографироваться. Было где развернуться на празднике крепким парням и девушкам. Жим штанги. Это пока что разминка. А если не начинаешь? Жим! Стойте! Так, сейф хорошо выдавил. В праздничной концертной программе выступили коллективы централизованной клубной системы Огоднева «Матаня», «Карагод», «Богатица». Распевали про любимые до последние деньки. Ты прощай, село родимое, темно рощи до пяти. Хмельниц покидает, ой, да, ой, да, да, ой. Задушевные казачьи песни, русский фольклор, композиции в современной обработке. За хорошим настроением на праздник Протасова ехали люди из разных уголков округа, даже из Фрянова, что в 13 километров отсюда. По желанию, чтобы так все в дальнейшем расцветало, и народу побольше, и молодежи побольше рождалось, и чтобы было здесь каждый год веселее и лучше. Что можно пожелать деревне и селу? Конечно же, процветание. Самое главное – мира. Чтобы все были здоровы, чтобы не было никаких эпидемий. Михаил Налетов, Щелковское телевидение.